Алихан Бахшанович Умирханов родился 26 ноября 1935 года в селе Уйлы Бескарагайского района Семипалатинской области. Почти 50 лет своей жизни он посвятил обучению и воспитанию подрастающего поколения. Неоднократно был награжден грамотами руководства района, области, областного и районного учебно-департамента Министерства образования Казахстана. Обладатель медалей «Лучший преподаватель народного просвещения Казахской ССР». Алихан Бахшанович Шаганы. Я был учеником Алихана Бахшановича. Когда мы учились в 6-7 классе, он работал директором. Алихан Умирханов преподавал нам дисциплину физика. Когда окончил институт, я стал учителем в области изобразительного искусства, где работал под руководством этого талантливого человека. Он обладал хорошей дисциплиной и никогда не повышал голос на учащихся и коллег. Он был замечательным примером того, какой должен быть преподаватель и как он должен учить детей. Поэтому учащиеся и работники нашей учебной организации всегда стремились к улучшению своих знаний. Он оказал огромное влияние не только на меня, но и будущее поколение. Алихан Умирханов 45 лет проработал учителем, из них 30 лет руководителем. Его ученики сегодня работают в разных сферах, разных уголков Казахстана. Как говорится, по учителю судят об учениках, по ученикам узнают учителя. Мадина Кадыргожина, Даулет Айтказинов, Арлан Исаков, информационная программа «Шарайна», ТВК-6.